Ботаническом саду имени Багрова пик цветения розовых культур. Коллекция включает 227 видов и сортов. Есть как европейские, так и выведенные крымскими селекционерами. Сколько времени осталось для оригинальной фотосессии и какие уникальные цветы можно увидеть сегодня, расскажет София Чеканова. Красив наряд у роз, но восхищение наше растет, вдохнув их сладкий аромат. Об этом цветке писали Шекспир, Конфуций и многие классики. Дарья и Наталья приехали к морю, но заглянули и в Симферополь полюбоваться цветущим садом. Очень понравилось, очень красиво, нигде такого еще не видели. Да-да-да, это вот действительно первый раз. Цветы необычные, все растения необычные. Мы сами с Нижнего Новгорода, у нас такого нет. Очень понравилось. Но хотелось бы, чтобы было. Розарий открылся в 2005 году, и за свою 20-летнюю историю он собрал 227 видов и сортов. Основная часть коллекции – садовые гибридные розы. Но отдельные композиции составляют и плетистые виды. Гости ботанического сада не упускают возможность сделать фото у ярких цветов. Вот розы, там вообще обалденные, красивый очень сорт такой, нравится. Любуемся, ходим. Отдельное место в розарии занимают эфиромасличные сорта, которые ботаническому саду передал Институт сельского хозяйства Крыма. Их аромат мягкий, медовый, с фруктовыми нотками. Но есть в розарии и эксклюзивные цветы из Европы. Сорт Black Baccarat в 2004 году вывели французские селекционеры. Сегодня это самый черный сорт роз в мире. Бутоны имеют темно-бордовый оттенок и бархатные лепестки. Но, к сожалению, с крымским солнцем они выцветают и приобретают насыщенный гранатовый оттенок. Есть розы и крымской селекции. Так Никитский ботанический сад передал около 26 сортов. Среди них крымский самоцвет. Бутоны раскрываются желтым, а к концу цветения приобретают ярко-красный оттенок. Они будут распускаться до конца лета. Южный теплый климат, учитывая то, что основными видами, которые являлись родоначальниками, да, вот этих всех красивых садовых роз, все-таки являлись розы субтропического происхождения. Они любят тепло, и наш южный климат крымский, он чрезвычайно благоприятен для выращивания этого культуры. Розарий будет ждать гостей весь летний сезон, а в полном цвету ботанический сад пробудет еще 2 недели, до конца июня. София Чеканова, Артур Хороший, Новости 24.